В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали четверых бородачей. После сообщения о стрельбе возле ночного клуба на литейном проспекте сообщили в пресс-службе ведомства и народцев не пустили в клуб, так как один из них был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе конфликта с охраной этот мужчина вышел на улицу и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух. После этого компания села в автомобиль и попыталась скрыться с места происшествия, но была задержана. Всех четверых отправили в отдел полиции. Наглый мигрант хотел украсть товар из магазина, но неравнодушная женщина стала снимать преступление. Иностранный специалист тут же стал ее оскорблять и обещал всех переломать. На следующий день кинородцу домой нагрянули русские ребята и заставили ответить за громкие высказывания. Что они с ним сделали? Врагу не пожелаешь. В подмосковных Люберцах мигрант отработал удары по лифту и разбил зеркало из-за того, что его бросили девушки. Иностранный специалист рассчитывал провести вечер в компании двух барышень. Его разочарованию не было предела, когда они попросили мужчину оставить их одних. От злости приезжий выплеснул свою агрессию на лифте, испортив его. В республике Татарстан несвежая шаурма привела к драке и перестрелке. В Ознакаевском районе Татарстана возник конфликт между мигрантами и местными жителями. Татары на нескольких автомобилях приехали разбираться, почему им приготовили испорченную шаверму. Разговор на повышенных голосах закончился избиением сотрудников заведения с применением оружия. Разговор закончился избиением сотрудников заведения с применением оружия. Сотрудники пустились в бегство. Один из них забаррикадировался в помещении кафе. По сообщениям очевидцев никто не пострадал. Полиция разбирается в произошедшем. Во Владивостоке местные жители пожаловались на шумного мигранта и по совместительству водителя маршрута номер 68. По их словам, время ожидания транспорта составляет не менее 20 минут, а приезжают вот такие кадры, глядя на которых становится понятно, почему транспорта нет так долго. В подмосковном жилищном комплексе женщина вышла на детскую площадку, чтобы помолиться. Местные жители возмутились произошедшим и пожаловались на ситуацию в социальных сетях. Кашпировский вернулся. Гипнотизер уже четыре дня проводит в Москве очные сеансы, за которые успел заработать порядка 6 миллионов рублей. Чтобы не отчитываться перед налоговой, Мак запускает пациентов в зал только за наличные пожертвования. Во время шоу Анатолий лечит аллергиков теми продуктами, которые они не переносят. Одной женщине сказал взять с собой хлорку и отругал за то, что мало принесла. Людям с проблемами зрения чародей возвращает ясность с помощью песни Александра Малинина «Ночь светла» больных аритмией отговаривает делать операцию и вместо этого заставляет бегать по ступенькам и прыгать. А для закрепления результата продает пациентам волшебную соль. Тем временем в Кабардино-Балкарии задержаны 15 членов мигрантской религиозной ячейки, сообщили в Следственном комитете. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастникам, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Всем участникам грозят немалые сроки. Следствие продолжается.